Арангачы лырду, лырду кыях нарокка, олого, эркихи нөңе бериллер. Онтан эркихи уянын катанын, мантан сеттерен кини уэске абит улуха, төхе чөлін, күстағын, кыяхтағын арияр билер гелир түхілге эмия үйюах. Үйян кепсиринен, дыгын огоньор лөгөйдөрі тургутан көрөрі, бир күрекка кыйхын айталы кону бирис бұхытынан турорбут. Бүгінгі оңнюға көрес бұлжығар оан әрбәрттәріттен, бір самай чулу, көз бұғы, ат бұғы оланға жүгулі масына тек сияқтығы. Кускай үтіе туынатыгар бүгін көрес бұл жағықтара мәе қаңласы лұғыттан Сергей Кузьмин. Нюрбаттан төріттәғ әдегәңі лоқсион олырон Петр Давыдов. Ұл салдантан Иван Делилюбский. Горнайтан төріттәғ ұл салданғы лоқсуй бұд Петр Варламов. Нюрбал ұғыттан келеғеджер Семен Иннокентьев. Бұлыңыл ұғыттан селистардан Джокускайға келен Сиркөлеғіті Гаврил Попов. Мәе қаңаластан төрттәғ Джокускай қораталықтағы Владимир Шарин. Намыл ұғыттан төрттәғ Джокускайдағы пединститут студені Николай Дьяконов. Мәе қаңалас мүгіріңіттен Республика Билләр сүйіріге Степан Ильин. Ирақ ұсуяны лұғын бөғі Гаврил Булатов. Намы лұғын үйеден әйлегіттен төріттәғ Юрия Верстов. Онна ұс алдантан төріттәғ білеген Саха Государственный университетін студені Сергей Белелюбский. Бастықы түхімеққа қыттатшылар 4-5 келі сүгіғәдді қатты 10 метрі сүрі сүрділер. Бетекке бастықынан қылғаз дистанцияға сүріге республика чемпионы Степан Ильин келді. Қапсағайға бастығы әргеркеніне көйттар бұттар туыраннар алты бұғыз қалын көн көрістілер, оның әйеге екі сәргер түгенін көріғын. Бұл қапсығыға пединститут студені Николай Дьяконов көйіні сетесті. Бұл атып күдай әрі? Яны тең ол бұл атып. Бұл атып күдай? Бұл атып күдай? Бұл атып! Артика ола қыдай әрі, артика ола. Артика оланан көйен біз. Ода, артика ола ұлғын бұдақ қызды. Ода ұлғын ола. Құдыр паты өте. Еді, кім тар ерді, де. Ерай, күзай, Булатов қыдат. Артика ола қыдат. Ұсияныттан төріттәғ Гаврил Булатов көйені жетісті. Севисток канитен не ходил. Севисток канитен, да, Севисток канитен. Я Сергей, куда-то?
Сначала и кирка ехали. Кайба, кайба. Давай, давай. У солдат антарюттях Сергей Белолюбской кейді. Үхі Сергейге үз бөғыз бейбейлерін күтті кирселілер. Кейде Николай Дьяконов. Тихагар Николай Дьяконов Сергей Белолюбской кытта көн көрүстүлөр. Бысырыга сүрбетчелях Николай Дьяконов төрт кихитин бараган бүкөрүңгө бастады. Көрбіт екі көріңі түгер үз кәнеке результатта жан туырадылар, онын салғы 9 кейі қалан бей-бейлерін күтті көн көрсі өқтірі. Бұл көріңе Юрий Эверстов үхіс месті атағызды. Жет барды. Субтитры сделал DimaTorzok
Баставыт Степан Ильинтан 10 сантиметрнан халан Сергей Кузьмин 2 сместе атағысты. Бүкірінгі республика сүйрүге чемпиона Степан Ильин бастады. Тыгар тыңағына кирсилер болулар. Эхиги эме икки сергиртен без мастардыгачы күрес болжарын көрөгөт. Бастыкы эргирге соготок болан сыннаммыт Николай Дьяконов кирен улаханнык илистибеккере күйдө. Мастерды хитыгар улахан опытта Владимир Шарин Буда Сырыга. Утарлаха чекин тулуппата көйіне кетісті. Финалга Николай Дьяконов, он на Владимир Шарин Кюнкерсюхте.
Утуттах мастердыгачы Владимир Шаринтан бәккә турылыған туран. Эдер мастердыгачы Николай Дьяконов көйіні сетісті. Онан кені бұл көріңе әме аңардасты көйіларынан тағысты. Мөлтөх результаты көрдөрдөт өссө үс кихи туран салгы алты бөгөс болан күөн көрсөктөрү. Тутум эргизге сүнүнөн үс бөгөс кыяктарын көрдөрдүлөр. Олортан бастыкыннан Юрий Эверстов түрдөнне эргиен күрәхте хитын ағынын күйдден берді. Ардах курулачы кутар кемигер түбеген Степан Ильин агыста эре эргейде. Сүрбәхастах Николай Дьяконов қары күйіғынан дұлур күйінен 4-6 әргейрен орын иткіс местен өлі. Я вам скажу.
Петр Варламов бүкөрүңү чакчы баалабытын көрдүрдү. Олус чепчикитик биэни кете эрген бастыгы местен ылла. Бүтәһек көрүң олус ырахан көрүң болла. Тас ыяхына сүз сүрбе бес киле, бутаһы көтөгөн баран бөгөстөр иннилерин хоту барыяктахтар. Владимир Шарин 14 метра 10 сантиметр сүзге тағы үлті. Макер бина халігіне. Ондан. Ердана да анақ саңа кейді бәт. Ахамына тәлді адам мақ саңа кейді. Юрий Эверстов таны, Степан Ильин даны улахан сири өтүп беттилер. Николай Дьяконов сүрбе метрага 10 сантиметр кен тибекке тағын түлігігіме. Усалдан танцулдер Петр Варламов тутум эргирге олус сымсатын эмигехин көрдөрбүт эбит боллагына бысырыйга сүрбе 2 метрага илжен тас көтөгүйтүгөр бастан күстагын көрдөрдү.
Антоха, Республика Кубаган Бейлга Тахайна, Намтан Салдер, Пединститут Студена, Николай Дьяконов Пастата, Гонна Илья Михальчукта, Жигули Масына Кулюгин, Беляхтута. Прямо сейчас, почет, мы сейчас прямо разрубимся и делаем почетный круг. Амбастан кыттан да бейл? Бейл, бұлырын тоқа кыттыудым. Намға, әне пәтебория, амуғап тұғығар, юбилейгар. Онны кис болуды. Юрия верістіп бастауды. Бейл маңнача икіс кис әнім бар. Қасағын қай? Сағым сүрбе, хүббе бірбін наябірге толым. Туы кынаңы? Тоқа, егуға пединститутқа физкультурына икіс курсым дердім. 100 курсқа кейдім. Бәрін қандық көріңінен жарттым? Бәрім мастер дейдер, мастеры тола бұдым. Аз 400 сылбын жарықтан алынды. Сәт 15-тен жарықтан алынды. 3 сыл болы жарықтан алынды. Қайда дүйіні? Туа жанларда ақыны? Нам ұлығыттан түбе бөлеге ден бар, амай түге ақтыр еуіне. Оны жоным тұн тұқ, бағына қайысты. Бұрысты ой жанлар. Аз бірге түрәуік? Бірге түрәуік, алтта ұт, үс қыз, үс ол. Мен үйіс оғылым, ұлақан оғылым. Де, тұғы ханаға келін, әйір білімден митингді? Тұғы, бұ күйін әттен бұғы, әмбір жарықтан әртамды. Мастер дейдер, пастаяны көріқті әбі. Нәр, үші егер пастаяны кейір әдем. Отырдағы да баста аудым, дөңілігі таққан. Бүтегі көріқті еге. Онытын, маннатын, ұзбордынан барамын. Өйрақ бір збор болды, ол кәнеттен маңына көрімін бұл сұразы. Күнінен аптағаны, үш күнінен маңын кейрістім маңына. Әрендер әтің бұл? Маттан, қырағана бар бұл, олен кесел. Қырағана. Анжа білген туа қана алақыны итағайдың бұл? Реген ұттан, ұттан, пака итағай бәке әді. Бәң туақ тиханатың бұл көріқті Көріңдері ген олар ебіттірді? Көріңдері, көріңдерден жа, құлын тардығы дейін оқу болып бағалақ. Дейін, барыта хен сөпті бәр, кейі кесе құрдық көріңдері. Оның әде туық бағағына алақын? Оның ұттан, жаммар әрге бәр ұттан, барыш бей. Оның соперниктер әсі көт атынлар, әйелгеге. Все-таки это праздник не улицы, это праздник не там квартала, это все-таки праздник человека и природы. И нельзя из этого вычленить что-то одно, а другому дать предпочтение. Поэтому, организовывая праздник в городе, мы видели, что мы не сможем, в общем-то, создать настоящую атмосферу единения человека и природы. Поэтому стали думать над тем, где и как провести. Это первое. Второе, все-таки история. По преданию, великий Ильяй первый эсэх проводил как раз вот на этом месте.
Поэтому вот то, что наши уважаемые старики, наши аксакалы подсказали это, рекомендовали, отстаивали. Многие были другого мнения придерживались, были против, считали зачем, далеко. Но все-таки вот сегодня надо сказать, что он действительно приобретает вот ту первооснову, с которой он начинал свою историю, этот праздник. А это, значит, человек и природа едины. Я думаю, что многие наши горожане увидели, как можно отдохнуть, приобщиться к природе, отдохнуть, набраться энергии от земли матушки, когда люди отдыхали не только участвуя и наблюдая мероприятия цеха, но отдыхая с семьями на лужайках, в лесу. А видите, как прекрасное место дало возможность вместить всех. И я думаю, что самая лучшая оценка – это настроение, праздничное настроение людей. Я думаю, что это была главная цель. И судя по отзывам, по многочисленным, люди подходили, благодарили о том, что именно вот здесь мы проводили. И я думаю, что это лучшая оценка. Ну а осталось теперь что? Сохранить то, что мы создали. Так, Екатерина Семеновна, да. Убрать за собой то, что мы оставили, и развиваться. Мы считаем, что это место мы будем развивать, строить дальше сооружения, уже фундаментальные, но оставляя все-таки главное природе. Поэтому оценку главное должны дать люди. Но мне кажется, и сама природа, матушка, нам улыбнулась. И дождь отвела, и радуга сегодня дарила. Я думаю, что, судя по настроению, праздник получился. А вы как думаете? Я думаю, что по лицам наших горожан, потому они как нам, они подходили. Праздник им очень понравилось. Правда, трудностей было очень много, потому что на новом месте начинать такой большой праздник, конечно, были трудности. Но, как говорил Илья Филиппович, мы будем каждым годом наращивать те строения, которые вот сегодня вы видите, чтобы нашим старикам, аксакалам было где посидеть, отдохнуть, может быть, от дождя укрыться, просто в кругу семьи, в кругу друзей посидеть, не только на лужаечке, может быть, где-то в укромном месте. Но я думаю, что оценку дадут наши горожане.